Придать форму фантазии попытались в китайском городе Чэнду. Там открылась выставка 3D-печати. Современные технологии позволяют не только делать объемные копии, но и создавать совершенно новые, уникальные продукты. Мои коллеги познакомились с самыми свежими разработками. От маленьких статуэток до моделей в человеческий рост. Технологии 3D-печати становятся все более совершенными. Теперь почти любой фантазии можно придать форму, а копия зачастую превосходит оригинал. Ведь для ее создания можно выбрать более совершенные материалы. 3D-принтеры открыли новые возможности даже в такой тонкой сфере, как музыка. Это скрипка. Она может подстроиться под любого музыканта, ведь у каждого исполнителя своя манера держать инструмент. Также благодаря этой скрипке любой музыкант сможет создать новый уникальный звук. 3D-сканер позволяет создать модель человеческого тела. Буквально через 15 секунд данные появляются в компьютере. Проекция учитывает каждую деталь внешнего вида человека. Сейчас 3D-технологии чаще используют для создания потребительских товаров, но к их возможностям все чаще присматриваются специалисты в медицине, архитектуре и машиностроении. Мы видим большие перспективы в авиационной промышленности. Используя 3D-печать, можно производить более легкие и эффективные детали, которые позволят экономить топливо и меньше загрязнять окружающую среду. Используя эти технологии, мы можем сделать материалы лучше, а производство машин быстрее и дешевле в сотни раз. В будущем, возможно, мы сможем распечатывать биологические материалы и даже человеческие органы, ну и, конечно, телефоны и различные гаджеты. Эксперты не исключают, что 3D-печать через несколько лет может изменить привычный мир. Стоимость технологий снижается, а возможности растут. При этом потенциал такой же безграничный, как и воображение. Юлия Куц, CCTV.